Всем доброго дня! Сегодня пеку творожный пирог с шоколадом. Пирог своей нежной начинкой напоминает вкусный десерт чизкейк, а хрустящая сахарная основа придает особенную изюминку. Готовится просто и быстро. И для приготовления понадобится: для теста мука, сливочное масло, яичные желтки, сахар, ванильный сахар и немного соли. Для начинки творог, сахар, шоколад, яичные белки, сметана, кукурузный крахмал и для присыпки немного сахара. Сначала готовлю тесто. В миску всыпаю просеянную муку, сахар, ванильный сахар и соль. Добавляю охлажденное сливочное масло, порезанное маленькими кусочками. Руками перетираю массу в крошку. Полученную крошку ввожу куриные желтки и быстро замешиваю мягкое тесто. Разделяю его на две части, заворачиваю в пищевую пленку и кладу в холодильник на 30 минут для охлаждения. Пока тесто охлаждается, готовлю начинку. В отдельную миску закладываю творог, сахар, крахмал, сметану, куриные белки и все перетираю погружным блендером в однородную гладкую смесь. Половину полученной смеси откладываю отдельно в емкость. Растапливаю шоколад на водяной бане. В одну часть творожной смеси добавляю растопленный шоколад и все перемешиваю, чтобы шоколад равномерно соединился с творогом. Я заранее подготовила форму диаметром 20 см, застелив дно и бортики пергаментом. На дно формы натираю на терке один кусочек теста. Вилкой разравниваю, равномерно распределяю натертое тесто и слегка его уплотняю по дну. На слой теста поочередно выкладываю творожную смесь. Разравниваю ее и сверху натираю еще второй кусочек теста. Снова аккуратно разравниваю тесто по всей поверхности и присыпаю сахаром. Ставлю выпекаться в заранее разогретую духовку до 170 градусов на 60 минут. Время выпекания будет зависеть от технических возможностей вашей духовки. Пирог должен слегка зарумяниться. Готовому пирогу нужно дать полностью остыть и затем вынимать из формы. По желанию его можно украсить, порезать на порции и можно подавать к чаю, молоку или кофе. Всем приятного чаепития! Нежный, ароматный творожный пирог шоколадный готов! Спасибо, что были со мной! Если рецепт понравился, приготовьте его и поделитесь им с друзьями! Благодарю всех за лайки, подписку, просмотры и комментарии! До новых вкусных встреч на моем канале! Готовьте с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится!